Книга «Открытым оком», том 23, вопрос 3555, тема «Смерть». Как обстоит дело со спасением мертворожденных детей или тех, которые умерли в раннем возрасте? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Никто про это не знает, ибо Библия о том совершенно не говорит ничего. А что и говорится сегодня, что все на видениях, на апокрифах, на желании как-то обеспечить. Простите, а что и говорится сегодня, это все на видениях, на апокрифах, на желании как-то обеспечить спасение умерших без крещения и через то облегчить свою участь за аборты. Есть в Библии очень веские места, говорящие, что Бог справедлив, и никто не будет на суде Божьем говорить, что Бог не прав. А разве справедливо, если даже дня не живший младенец будет где-то мучиться или лишен света, как бормочут православные косноязычно? Имейте живую веру по Библии, а не кладбищенскую. Книга Иова 34:10. Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие. Римлянам 3:4. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Псалом 88:15. Правосудие и правота – основание престола твоего. Милость и истина переходят пред лицом, милость и истина предходят пред лицом твоим. Когда почтен быть хочет у людей, с разбором заводи. Простите, когда почтен быть хочешь у людей, с разбором заводи знакомства и друзей. Мужик с змеёю подружился. Известно, что змея умна, так вкралась к мужику она, что ею только он и клялся, и божился. С тех пор все прежние приятели, родня, никто к нему ногой не побывает. Помилуйте, мужик пеняет, за что вы все покинули меня? Или угостить жена вас не умела, или хлеб-соль моя вам надоела. Нет, кум Матвей, сказал ему в ответ, к тебе бы рады мы, сосед, и никогда ты нас, об этом слова нет, не огорчил, ничем не опечалил. Но что за радость, рассуди, коль сидя у тебя того, лишь и гляди, чтобы твой друг, кого подползши, не ужалил. Крылов, 1818 год.